Титовка, вечер. Видимость вполне нормальная. На оживленном перекрестке дорог, ведущих в сторону Могилева, Рогачева и Жлобина, интенсивное движение. Междугородний автобус двигается с гомельского направления в сторону Бобруйска. В какой-то момент на переходе появляется женщина. Водитель не успевает вовремя затормозить и серьезно травмирует пешехода. Ориентировочно в 19:20 в дежурный час поступил звонок о ДТП, произошедшее по улице Рогачевская, вблизи дома номер 15. Автобус, принадлежащий гомельскому перевозчику, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 35 лет. Женщина была с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение Бобруйской центральной больницы. Реанимобиль и сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия в считанные минуты после аварии. Общими усилиями удалось извлечь женщину из-под колес многотонной машины. До поздней ночи на месте происшествия работали следователи и инспекторы госавтоинспекции. Пешеходный переход в Титовке возле кафе «Наркули» – очень опасное место. Здесь постоянно происходят аварии. Что послужило причиной вчерашнего ДТП, еще предстоит выяснить следователям, которые сейчас просматривают записи с камер видеонаблюдения и общаются с очевидцами. На данный момент известно, что пешеход и водитель в момент аварии были трезвы. Был ли нарушен скоростной режим автобусом, в каком техническом состоянии находилась машина, а также соблюдался ли режим труда и отдыха шофером. Все это предстоит выяснить оперативникам. Изъята вся необходимая документация. Проводится проверка. Аванес Степанян, Андрей Богдан, Бобруйск 360.